где родилась в 1998 году. В беседе с иностранцами. Есть такой человек Дон Волш, который погружался когда-то в Марианскую впадину, самый первый, в 1960 году. Вот. Ну и он однажды был, значит, в экспедиции в Арктике на ледоколе в качестве туриста. Ну и вот и там был еще один человек, Майк Макдоул. Вот как-то Дон Волш сказал Майку, говорит, а вот хорошо бы здесь вот организовать погружение на дно вот в точке Северного полюса. Ну, Майк, ну да нет, это невозможно. Я, говорит, знаю одного человека, говорит, который вот это, говорит, действительно может. И назвал мою фамилию. Ну, надо было, конечно, подготовить миры так, чтобы предусмотреть все, так сказать, возможные варианты, какие могут быть, ну, в смысле нестандартных ситуаций. Я обычно здесь сижу, но когда мы работаем прямо на дне, я стою на коленях, потому что на коленях очень удобно работать с рычагом управления. Мы стали думать, как это сделать, потому что это большие деньги. Главными спонсорами был Фредерик и Володя Груздев, который был у меня. Вместе мы были депутатами. Аппараты были практически готовы, установили дополнительные двигатели горизонтальные, ну там, значит, установили гидроакустическую систему с направленным приемом. Ну, это вот на случай, там, если будут сложности с выходом обратно в полынью. Вся экспедиция стала возможна только благодаря тому, что у России очень сильны традиции кораблестроения для Арктики. И нам очень повезло, что мы смогли использовать атомный ледокол России. Как я уже упоминал, критически важно для экспедиции было получить разрешение на его использование. Этот корабль является частью российского ледокольного флота. И только он один подходил для цели экспедиции. Проблемой стало то, что у этого ледокола нет крана, который бы опускал в море подводную лодку или глубоководный аппарат. Поэтому мы арендовали еще один корабль. Он перевозил два глубоководных аппарата в трюме. И у него был кран, который мог бы их поднять и достать. Мне посчастливилось быть заместителем руководителя этой экспедиции, и я очень был горд, потому что под моим командованием, в общем-то, находили под моим началом такие, как Федерик, академик Леонов и так далее. Но это, в общем, немножко было условно, но тем не менее. И, конечно, в этой экспедиции были задействованы, участвовали очень большие команды с обоих судов, команды ученых, команды, естественно, палубные команды, офицерского состава с обоих судов. Это высококвалифицированные люди. Ведь почему был такой успех? Только благодаря тому, что у людей была большая, я бы сказал, очень высокого уровня квалификации работы в Арктике. Там не было новичков. За здоровье. Теперь надо готовиться к трудной части. Существует своего рода шорт-лист из 10-15 знаковых экспедиций, которые уже совершили. Погружение на Северном полюсе – одна из них. В тесном мире географических исследований – это как высадка на Луну. Конечно, достигли все точки Северного полюса, вся команда, находящаяся вот при мне, я был на мостике, все очень сосредоточенно вглядывались в экран определителя координат, и когда на экране появились цифры 90 градусов 0, конечно, было сплошное ликование. 996! 997! 0!
поздравляю вас. Ура! А ледокол достиг Северного полюса. Поздравляю всех с нашей первой победой. Несмотря на то, что были все бывалые, здоровые мужики разных возрастов, но, в общем-то, радость была натуральная, естественная. У многих осуществилась мечта детства побывать на Северном полюсе. Теперь ледоколу надо будет сделать отверстие. Им придется поработать, чтобы его сделать. А потом начнется погружение. Это была легкая часть. Теперь нам нужно одолеть эту часть. Это не так легко. Я надеюсь, что то, что мы делаем сейчас, это только начало. И что мы сможем еще много предпринять. Дальше, значит, пошли уже в точку Северного полюса, нашли полынью там. Вот, которую, значит, там был ледокол «Россия», он ее, значит, расширил немножко, потом туда, значит, вошел Федоров, ну и начались операции. Со мной была жена, вот, она вообще работала в нашем институте, она, значит, микробиолог, и много вот последних лет она плавала вместе со мной. Когда я уходил, то вот мы вообще об этом никогда не говорили. О том, что как это опасно или не опасно, там и так далее. Ну, вот в первый раз, когда мы уходили, когда я уходил уже из каюты, одевшись, вот, прощали, вдруг она мне говорит, а ты знаешь, что это 100% риск? Вдруг она меня спрашивает. Я ей сказал, шутя, 200%. Пошел. Фредерик Николаевич, не пухай. Да, Фредерик потом, да, к черту. Фредерика, не забудьте там. We'll мы вернемся. Готовьтесь отмечать. Все будет хорошо. Okay. Держите шампанское в холоде. Глубина 4254 метров. Бережно. Сейчас спели ему 4. Российский экипаж впервые в мире приземлился на дне Ледовитого океана в точке Северного полюса. Ура! 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 Мы даже когда были на дне, и там уже все сели, и все, Челенгаров сразу, давай назад, хватит. Я говорю, как хватит, нам надо. Ну, мы сели, там очень такой мягкий ил, взмутили, конечно. Сначала сейчас выйдем, говорю, из этой мути, возьмем пробы, потом там надо было положить, он там, значит, придумал обращение к потомкам там в этом самом цилиндре в таком. А теперь флаг надо поставить. Ну, давай быстрее, давай быстрее. Ну, значит, вот пошли,
Вышли опять, значит, я поставил флаг спокойно, все, сфотографировали. Все, установили флаг Российской Федерации на дне Северного полюса. Это была моя идея, поставить флаг. Они сделали классный флаг, постамент сделан из титана, то есть он вообще не корродирует. В морской воде он там будет стоять вечно, пока его, может быть, когда-нибудь не найду. Ну все, спустились. Мы на дне. Федоров, я мир 2. Глубина 4302 метра. Я ожидал, что на дне увижу все, что когда-либо туда упало. Десятки лет на Северном полюсе существовали российские станции. Дрейфующие станции устанавливаются каждый год. И много чего провалилось под лед в море, трактора, вертолеты. Но я не увидел ничего, но было девственно чисто. Путь наверх, он, конечно, был тоже сложен, потому что нам надо было все время следить за тем, как мы движемся относительно полыни, относительно той точки, куда нам нужно было выйти, меняя все время курс. И, в общем, короче говоря, там отдыхать было некогда. Мир такой маленький, что ему не пробиться сквозь лед. Лед здесь около 1,5–2 метров, и на подводной лодке можно его сломать, но для нас это невозможно. Было сомнение, был страх. Страх был, и когда мы возвращались, когда мы уперлись в лед, был страх. Я не скрываю это. Мне не бывает страшно никогда. Я не знаю, что будет, когда смерть придет, может быть, будет страшно. Но страшно не бывает. Это страх, это такое надуманное явление в жизни, понимаете? Да, мы, значит, установили, что мы правильно идем. Я второму пилоту сказал, что вот, значит, курс там 250. На самом деле, вообще-то, курс был 120, но... Вот эти самые гирокомпасы показывали 250. Ну, это вот, значит, ошибка гирокомпаса, вот, потому что он работал на Северном полюсе. Мы достигли дна и начали подниматься на поверхность, но через 30-40 минут потеряли связь с кораблем. Кругом темнота, аппарат совершает движение вперед-назад, а связи нет. Представьте, сотни километров льда простираются вокруг во всех направлениях. И где-то над вами есть небольшая полынья, 50 на 50 метров. Ее вам необходимо найти. При этом лед движется, движется вода, и глубоководный аппарат тоже движется. В этой ситуации с каждой минутой становится все сложнее найти полынью. Сообщение повторите, плохо было слышно. Были применены самые современные средства определение местонахождения судов. Были задействованы там транспондеры, сигналы и так далее. Но выручила что? Смекалка русского человека. Когда связь прекратилась, взяли на веревке, опустили простой фонарь, летучую мышь. Заизолировали его, опустили его в воду. И благодаря этому фонарю вот этот второй пилот Мира-2, на котором был Федерик, он заметил этот фонарь. То есть вся техника, в общем-то, я не могу сказать, что отказала, но не сработала, понимаете. И когда увидели этот фонарь, на него вышли, благодаря этому все вот произошло вот это успешное всплытие. Женя, удалось. Получилось.
мы были первыми, которые спустились на дно географической точки Северного полюса. Я не думаю, что кто-то еще в ближайшее время, сотню лет, будет там. Но когда придут, когда вот растают льды, придут и опустятся и увидят там наш российский флаг. Вот это самое главное. Ура! Хорошо! Мы говорили об этом 9 лет и планировали это, и наконец это случилось. И это повторится не скоро, я могу вам сказать. Так что действительно здорово. Большой день. Как отметили успех? Принял ванну. Все было очень мило. Мы распили по бокалу шампанского и отметили успех. Было здорово. Радость, конечно, что там это, да, была радость победы. Это действительно была радость победы. Вкусно было окончание этой экспедиции, потому что все очень делалось быстро, интересно. Все дни были заняты работой. Там не до развлечений. Когда это все... экспедиция закончилась, когда подняли их на борт, и Челенгаров связался, он доложил Путину об совершении этого проекта. Ну и все как-то так немножко сдулись, как футбольный мяч сдулись. И, в общем, стало для всех уже неинтересно, и все начали спешить как можно быстрее домой. Президент Владимир Путин наградил сегодня званием Героев России участников исторической экспедиции «Арктика-2007» Артура Челенгарова, Анатолия Соголевича и Евгения Черняева. Президент наградил всю нашу команду в Кремле. Это было очень приятно. Думаю, что все, кто был частью экспедиции, высоко оценили такой жест.